Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Сегодня у нас среда. Проснулись мы сегодня очень рано, 8 часов. Стоило папе хлопнуть дверкой, как Илюша тут, как тут. Ну вот, встали немножко там, еще полежали в кроватке. Где-то мы с ним полдевятого уже полностью встали, сняли постельное в стирку, собрали анализы. И сегодня пришла Сережина тетя, отнесла наши анализы в лабораторию. И как бы я сдавала, и Илюша там сдавал. Отнесла наш анализ в лабораторию, потому что мы с ним в любом случае до 10 часов не успевали. Его надо было что-то покормить. Вот. Как бы так вот. Потом вот мы покушали с Илюшкой. Мама запустила машинку стиральную. Белье уже почти постиралось. Не почти, а почти постиралось. Уже даже повесила на балкончик его. Сейчас время почти 11 часов дня, мы собираемся на улицу, как бы не то, чтобы на улицу, мне надо сходить сдать анализ, женскую консультацию, крови из вены, и пойдем мы сейчас вместе с Илюшкой как раз и прогуляемся заодно перед сном, перед дневным, и я сдам анализ. Вот, вчера, в комментариях к вчерашнему видео прозвучал такой вопрос от блогера Елены Хелен 1, какие салаты вы любите и в каком виде предпочитаете картошку. Хотела бы ответить это именно в нашем влоге домашнем. Да, смотри-ка там, да. Вот. Картошку мы едим в любом виде. Честно, я вообще картошку очень люблю. Что жареную, что пареную, что толченую, как бы, что тушеную, скажем так, кругленькую на сковородке, когда она свеженькая, там, с зеленью. Вот, я бы ее ела, честно, чуть ли не через день. А вот, конечно, Сережа, он тоже картошку любит в любом виде, но не так часто может ее есть, как, например, я. Иди-ка сюда скорее, Илюша. И детки у нас любят картошку, и Владика, и Илюша. Бегом скорее сюда и вяжи. Вот. Насчет салата. Насчет салата, в принципе, мы тоже любим все салаты. Если какие-то салаты мы там не пробовали, не ели, то мы стараемся как-то постепенно их, ну там, со временем их делать, как бы, да, и хотя бы раз, но попробуем. Вот, что касается оливье, там, что такое, описать, да? Так, сейчас, секундочку. Поздоровайся со всеми. Всем, да, неси горшочек скорее, неси маме горшочек. Что касается оливье, крабового, ну, таких самых элементарных салатов, шубы, там, это, естественно, все, мне кажется, мало кто не любит такие салаты. Вот. Единственное, что я могу сказать, так, сейчас, секунду, у нас тут проблема. Илюша на горшок захотел, да? Да. Да, давай, писай. Вот. Единственное, что я немножечко не люблю... Так, секунду. Я не люблю салаты, где содержатся... Так, нельзя, Илья. Где содержатся грецкие орехи. Вот, как бы я их просто... Да, снимай сразу шортики, снимай, сейчас одеваться будем. Ну, не люблю я такие салаты, где содержатся грецкие орехи. Как бы что-то связано с чипсами... Что-то вот в этом роде, как бы ананасы, когда в салате добавлены, хотя сейчас очень многих салатах добавлены ананасы, как бы, вот, добавляют люди грецкие орехи очень во многие, но я, честно, не люблю это все, как бы, отдельно я это все, так, я сейчас дам, лазака, вот, отдельно это все, естественно, я есть могу, я люблю и грецкие орехи, люблю и ананасы очень сильно, и чипсы, понятное дело, но в салате... Как-то я это сочетание, честно, не понимаю. Хотя неоднократно пробовала, ела, но мне не нравится. Так, вот что творит наш Илюша. Вот видите, что творится? Стоит, я же тебе подам. Стоит только маме отвернуться на секунду. Илюша уже стоит на столе. Вот так, снял с себя шорты, да? Ну ладно, мама будет там трусики одевать уже Илюшке, да? И будем одеваться на улицу. Залез мой за моим телефоном. Телефон мой схватил. Да. Вот. Вот время сейчас 11 часов дня. Сейчас будем уже одеваться, выходить из дома. Чтобы хотя бы к полпервому быть дома, чтобы к часу лечь спать. Погодка у нас сегодня вот такая. Солнечная, жаркая. Ветерка практически нету. Мое белье уже сохнет на балконе. А, вот. Облачка такие красивенькие, небольшие.
На улице жаркое, даже и уже даже, скажем, душное. Так, что еще? Я уже поставила тоже варить бульончик на супчик. Кстати, тоже в вчерашнем комментарии, только нет, позавчерашнему бульончик мой варится, писали, что мало стало, как у блогов, там про готовку роликов, про покупку продуктов. Поймите, может, у нас правильно. Я уже вчера ответила на эти комментарии. Когда я нахожусь... Вот, видите как? Когда я нахожусь дома одна, снимать просто это невозможно. Всякие готовки, потому что вот, отошла буквально на минуту на кухню, Ильюша уже вот где стоит. А вот, это когда Сережа дома, тогда хорошо, как бы. И когда я одна, я стараюсь приготовить самые быстрые элементарные блюда, потому что... С Ильей приготовить что-то там изысканное такое просто не получается. Естественно, по возможности мы будем снимать эти ролики, будем снимать обзор продуктов, обзор, как мы готовим какую-то еду там. Вот, все это будет. Ну, как бы вот сейчас немножко тяжеловато в моем положении. Ну, слезай, велосипедист у нас. Да, велосипедист. Вот, в моем положении сейчас тяжеловато это, тем более уже очень стало сильно уставать, уже порой хочется просто приготовить элементарно суп, элементарно кашу и ничего больше не делать. Так, ну все, мы будем одеваться и увидимся уже на улице. Так, мы сходили в женскую консультацию, я сдала кровь из вены. Ильюша мне там закатил настоящую истерику. Думал, что ему будут делать, брать кровь. Пока брали кровь, сидел у меня на руках и тупо орал. До него даже никто пальцем не докоснулся. Ну а как же, надо же было порать, естественно, для приличия. Сейчас мы уже подходим к дому, к нашему. Время где-то 12:30, да? Сейчас как раз пока попьем, переоденемся и будем спать ложиться. Да, Ильин? Да. Да, и будем ложиться уже спатюшки. Пришла тут ко мне тоже девчонка на обед. Сейчас ждет меня около дома. Точнее, пошла, она сейчас в Дикси зашла. И мы сейчас подойдем уже к моему дому, к подъезду. Сейчас мы подождем ее и будем подниматься все вместе. Да, Илюша? Да. Вот Илюша идет, да? Да. Да. Жарко на улице, Илюш? Да. Очень жарко, скажи, да? Да. Пойдем-ка скорее, сейчас Вита подойдет. Да. Да. Пойдем обсудим последний вопрос к выпускному, что касаемо. Попьем чаю, и она пойдет на работу, а мы будем ложиться спать. Да, с Ильей? Да, мама будет варить супчик, а Илюша будет ложиться спать, ушки, да? Так, все, давай-ка. Давай. Сейчас уже Вита подойдет, пойдем домой подниматься, да? Да, давай ему садиться. Так. Ну все, увидимся уже дома. Илюша уже спит. Вот, я за это время, пока он уже спит, почистила картошечки на щи. Короче, решила с ним сварить щи, да. Почистила картошечки, порезала ее, порезала капустку. Вот, все закинула, это дело, кастрюльку. У меня это все варится. Сейчас я добавлю морковочки, перчика, лавровый листочек, перчика, специи, соль. И не знаю, наверное, немножко томатной пасты добавлю туда для вкуса. Посмотрим. Еще не знаю, я достала, пока еще не решила, я буду добавлять ее или нет. Так, сейчас кину морковки. Честно, сил никаких уже нету. Не могу. Устала очень сильно. Я устаю, ничего не делавши, поэтому на ногах просто не стою. Охлажки целая куча. Это уже малая часть, что осталось. И уже там половина на балконе высохла. Надо снимать тоже, может сразу погладить. Вот. Поэтому начала гладить. Начала гладить на компьютерном столе, потому что здесь можно хоть сесть на диван, и спине поудобнее. Вроде бы и сидишь, и спина, у нас спиной можно прокатиться. Короче, для меня последний месяц беременности начался очень тяжело. Вот, сейчас сниму вещи, которые там уже на балкончике высохли. Ты же у нас у него... Очень сильный ветер, он теплый, но очень сильный, как можете видеть. Просто ужасно порывистый. Вот, и сейчас доглажу вон ту кучку, которая лежит на столе. Как бы сниму то, что с балкона повысохло. И буду, даже как раз щит в это время доварится.
и буду ложиться, лягу, чтобы я отдохну. Сил у меня сегодня вообще больше нет. Как-то вообще, говорю, сегодня тяжело последний месяц беременности. Настолько для меня начался тяжело, что я валюсь с ног ни от чего. Ну, во-первых, сейчас еще Илюша просыпается рано, он просыпается 8 утра сегодня поднялся, вчера 8:30. Ну, как бы, то, что, ну, рано. И что я-то вообще целый день на ногах, как бы, поэтому для меня, естественно, там, с 8 утра там до 11 вечера, там до 12 просто невыносимо. Потом надо днем ложиться, а не всегда получается, скажем так. И поэтому тут, видно, усталость накопилась, что теперь я просто валюсь с ног. Так, буду готовить, доваривать щи, доглаживать вещи. И немножко отдохну. Отвечу на ваши комментарии к видео, если они там есть. И немножечко отдохну. Увидимся уже, когда Илюша проснется. Так, мы уже собрались за Владиком. Сегодня отдохнуть у меня не получилось, потому что... Ну, что ты делаешь, сынок? Потому что пока я доварила щи, пока я погладила все белье, которое было на балконе, оно все повысохло. Только легла, и Илюша проснулся. Проснулся он очень быстро сегодня. На улице сильный ветер, запищали машины, сигнализация видно, от этого он подхватился. Тоже проснулся он никакой, все психовал, никак не мог вроде бы раскачаться, скажем так. Сейчас время уже 5 часов, мы уже катастрофически опаздываем за Владиком. Вот. Илюша наш уже одетый стоит, ждет мамку, да? Мамка тоже почти уже оделась, осталось нам только обуться, наверное, и все. Вот. Вот наш Илюша готовый на улицу, да? Покажи-ка всем свою рубашечку. Вот такой вот женишок пойдет наш на улицу. Новые рубашечки, да? А это мама с собой возьмет тебе, да. Тут у нас любители стало на улице штаны писать. Поднимай носочки. Поднимай носочки, умоляются. Мама. Вот. И мама сейчас как раз трусики тебе еще возьмется запасные для тебя. И пойдем. Так, ну все, пойдем за Владом. Кстати, погода на улице ужасно ветреная. Что-то небо стало непонятное. Ну, не знаю, дождь, наверное, вряд ли будет. Но что-то дует, что-то надо... Надует, а может быть не надует, если дождя, не знаю. Вот, сейчас хочу будем одеваться на улицу. У меня сил вообще, честно, никаких нет. Сейчас бы легла бы и спала, больше ничего не хочу. Только лежать и спать. Ты где? Ты так пойдешь, что нами в руках? Давай одеваться, обуваться. Так, ну все, увидимся уже, наверное, когда заберем Владика. Так, мы забрали Владика с садика. Уже гуляем по парку. Погодка у нас немножко испортилась, скрылось солнышко, но для меня просто чудесно, ветерок прохладненький. Сейчас, Владишка, подожди, прохладненький ветерочек, солнышка нет, просто шикарно. Вообще идешь, еще сил немножко побольше бы, вообще было просто обалденно бы. Вот, зашли к бабушке в магазин Пятерочку, да, чупа-чупс твой, купила помидорчиков домой. Потом зайдем в Унирмах, наверное, в Люмар, купим. Что мы купим? А, молока хотела купить еще, вот. Да. Ладик, будешь здороваться? Ладик. Покажи твою коленку разбитую. Ладик, коленку свою разбил сегодня, да? Бегал все, не память, бегает. Вот так Да. Илюшка рядом. Еще ударился бородой. Бородорий? Ну, вроде, слава богу, ничего нету. А нет, тут чуть-чуть, наверное, есть. Да вот тут вот? Да, чуть-чуть, тесно. Чупа-чупсы едят. Владик себе попросил чупа-чупсы, а Илюша полосатика себе взял. Ну, как только увидел, что Владик ест чупа-чупс, сразу же себе. Да, Илья? Да, вот так вот. Повторюши, дядя Хрюши. Куда побежал? Вот, поэтому сейчас идем гуляем, пойдем пройдемся по парку немножечко, там посидим, может, что поснимаем. Да? Ой, Илюша. Вот так, да, мальчик. Опа! Опа, Илюша бабахнул, да? Кто там, детки? Детки. Пойдем, пойдем, Илюша. Велосипед поехал, да. Тебе позвонить надо, да? На кнопочку нажимать? Да. Да, пойдемте.
Вот такая вот у нас погода, такое вот небо, все в тучках. Вот. Солнышка нету, но для меня это просто прекрасная погода. Состояние просто убийственное сегодня какое-то. То ли погода, правда, меняется. Ау! Что там? Проходик? Да? Кататься будешь? Да. Ох, мы не... А видишь, уже поехал, мы не успели. Уже поехали. Так, ну... Надик, иди сюда. Там какой-то концерт проходит, какое-то мероприятие проходит. О, фонтан сегодня не работает. Что такое? Да, все, пойдем, посмотрим сейчас. Вот, ну ладно, пойдем прогуляемся еще немножечко, потом увидимся. Гуляем. Сейчас вышли все на аллейки, идем на детскую площадку. Зашли в храм, поставили свечки. Вот, как бы постояли у иконочек, да? Владюшка подходил к иконкам, да, сынок? Да, вот, подали, хотели подать записочки, но там бабулечка уже ушла, которая принимает записки, поэтому поставили свечки. Да, Илюша был, где Илюша был, расскажи-ка. Там был Илюша? Да. Хорошо там? Хорошо там? Да. А там дядя футбол играет. Там между цехами, да, гол между цехами играет от завода, да. Да, гол. Дружочек, пирожочек вышагивает. Илюша, дай руку сюда. Иди, давай ручку. Нет. Давай ручку. Давай ручку, маме. Ты тоже хочешь сам, да? Сам? Ну, сами. Ну, молодец, сам, все сам. Пойдем. Да, сам. И детки сами, да. Все сами, молодцы прямо. Деловые. Что, на площадку пойдем? Да. Пойдем немножко на площадке поиграем с ней. Да. Пойдем. Пойдем, Илюша. Привет, все это вот. Идем на площадку, на детскую, там тоже много деток. Да, он там, Илюша, был. Все, видишь, уже закрыли храм. До 7 часов храм работает только. Да, а что ты возмущаешься? Ну, пошли на детскую площадку. Идем. Вот. Пойдем там немножко поиграемся. Не будешь? Куда побежал? За мальчиком. Опа, как я тут поймала. Мама мальчика поймала, да? Вот. Сейчас пойдем на детскую площадку, поиграемся. Вот поближе футбол играют. Так, ну все, увидимся. Вот мы подошли к дому. Детки бегают там около песка. Мне что-то стало совсем плохо, что мне очень сильно разболелся живот. Сейчас позвонила Сережиной маме, она подойдет, поможет мне, с работы идет, будет идти. Поможет мне поднять Илюшу домой, покормить их, хоть умыть их. Потому что я сейчас приду, сразу лягу, выпью таблетку, наверное, и сразу лягу. Очень тяжело, что-то очень сильно плохо стало. Я сегодня так себя целый день чувствовала себя неважно, видно, еще дела подделала. И все, и стало совсем лихо. Вот сейчас сижу, еле дошла от парка до дома, села на лавку, сейчас жду Сережину маму. Скоро как бы и Сережа, в принципе, должен через час где-то подойти. Но это еще через час. О, детки бегают, им весело, им смешно, а мне даже шевельнуться тяжело. Вот, где вы там, детки? Он, Илюша куда-то убежал. Илюша отписался, как обычно. Только с ним у вас сняла штаны, чтобы он пописал. Он сказал, нет, не буду ни в какую. И сразу же обдулся. Идите сюда, Владь. Я с тобой брала ему пироделку, поэтому переодела его. Сейчас он сухеньком бегает уже. Владь, веди его сюда. Вот.
Поэтому сейчас придет Сережина мама и пойдем вместе с ней домой. Что-то вообще тяжело, очень-очень плохо. Мне сегодня. А Илюша, он бегает, как ни в чем не бывало. У него все прекрасно, да? И слава богу, дай бог, чтобы у него было все прекрасно у деток. О. Вот так мы резвимся. Влад, нельзя так. Владик. О, Илюша, нельзя так, сынок. А, да. Сейчас бабушка Оля придет. Бабушка придет, да. Попу свою садил, да, на лавочку? Да. Да, отдохни-ка, посиди. А то уж совсем сбегался. Убегал от меня всю дорогу. Я шла медленно, старалась идти медленно, чтобы не было так больно. А он к мне всю дорогу убегал. Да, вот, вот так вот. Всю дорогу так у меня шел от парка от меня. Привет. Да, Илюшкин, да? Всю дорогу от меня вот так вот убегает. Мама. Садись. Да. Так, все, будем ждать бабушку и пойдем домой. Увидимся уже дома. Итак, пришла Сережина, вот мама помогла мне с детками, покормила их. Катя умыла после улицы. Вот, я ей сразу пришла, выпила таблетку, лежала. Сейчас более-менее, конечно, полегче стало, чем было. Но все равно еще не полностью. Как бы пришел Сережа с работы, хоть, может быть, и по скорую, и в больницу. Но пока вот не знаю, пока лежу, ну, как бы, чуть-чуть полегчало. Посмотрим, что будет подальше вечером. Если, конечно, станет хуже, естественно, наверное, будем вызывать скорую, как бы, и поеду в больницу. Если, конечно, будет более-менее ничего, сними, Владик, его, то, надеюсь, все обойдется. Потому что очень не хочется ложиться в больницу сейчас. Еще належусь, еще предстоит перейти. Сними его, Владик. Так, мы уже помылись. Сережа сейчас в ванной моется. Да. Выпал зубик. А Владик сейчас, да, перед тем, когда во время того, как мы умывались, начал чистить зубы. И у него вывалился зуб, да? Да. Сейчас, Илюшенька, сейчас. Так, сегодня что-то, кстати, заходила в YouTube. Он, Илюша, лазит. Он затупил. Да, что-то я вообще не могу зайти ни в комментарии, ни во что. Просто оставляйте свои комментарии. Аккуратно, аккуратно. Ну, ты ж аккуратнее снимай. Вот, отпусти его. Оставляйте свои комментарии. Мы очень рады вашим комментариям. Ждем их. А вот. Ну что, всем приятного просмотра, хорошего настроения. Сейчас пойдем укладывать деток спать. Сейчас Сережа выйдет, вам будет Илюшу спать укладывать. И я буду сама тоже обмоюсь и буду ложиться отдыхать. Так, Илюша, сейчас одну минутку. Придется маме самой идти. Снимай. Меня не понимает. Не понимает. Дай ему машину. Ладно, ну если ты не понимаешь. Дай ему руки, Владик, чтобы он туда туда не лез. Так, ну что, будем прощаться. Потому что я сейчас вот пойду обмоюсь, Сережа выйдет, пойду обмоюсь и буду ложиться отдыхать. Сил никаких нету. Так, ну что, всем приятного просмотра, хорошего настроения. Пишите свои комментарии. Мы только рады. Так, ну что, давайте. Всем пока. Владик. Всем пока. Илюша. Илюша. Всем пока. Говори пока. Илюша все занялся машинкой. Говори всем пока. А, вот Владика коленка разбита. Ты уже показывал, да? Нет. Не показывал. Коленку Владик разбил в саду. Ему замазали. Один, так, два, ну три, ладно, короче, Илюша наш пополз. Говори всем пока скорее. Скорее, Илья. Пока. Умирающий лебедь. Вам всем. Ну так, ну все. Всем пока.